Ты известный блогер, и тебе требуется монтаж, анимация или дизайн? Или ты сам умеешь это делать и ищешь постоянные проекты? Наши работы собрали более 400 миллионов просмотров. Мы сотрудничаем с топовыми блогерами, артистами и профессионалами своего дела. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании, чтобы начать работать с нами. Мы находимся на первом рэп-концерте Дрейка. Напишем тебе бит с нуля. Напишем тебе текст с нуля. Кто твой главный враг на Твиче? По жопе, так рукой. Тогда все и выяснилось. Диппинсон в постели какой? Завтра снимаем клип. Клип? Я поставил квартиру в казино. Дорогие чайфарики, здравствуйте! Это первый сезон шоу «Чай втроем», вторая серия. И сегодня у нас в гостях Денис Дрейк, пожалуйста. Блять. Кстати, прямо сейчас мы находимся на первом рэп-концерте Дрейка с его первым рэп-треком, который мы записали в конце этого ролика. И чтобы его услышать, увидеть клип и увидеть, как он выступил на... Вот эти 150 человек. Аудиторию. Просто смотрите до конца, подписывайтесь, ставьте лайк. И наш первый традиционный вопрос, Денис, как ты придумал свой никнейм? Генератор никнеймов для San Andreas Multiplayer, бро. Спасибо, что пришел. Спасибо, Денис. Все, ребят, давай. И вот ты, к слову, не обратил внимания, да, что есть такой малоизвестный рэпер Дрейк. Миллион не знаю. В рот, если честно, блядь. Я в России, а это помитом где-то. Самое справедливо. А мы идем дальше. Ну, начинаем. Дорогие чайфарики, снова здравствуйте. Вот мы и в баре. Все как обычно. У нас в гостях Денис Дрейк. Да, что, ты что хочешь начать что-то? Я хочу у вас узнать. Негласно слышал о ваших всех вот этих приключениях, вот этих, смотрел пару выпусков. Что я видел и что я запечатлел? У вас есть некоторые интерактивы, и Илюха в одном из интерактивов выходил прям на этот самый, на Лиговский, блядь, и заманивал людей в VS-рэп. Мне Вова сказал перед съемкой, у тебя будет... Легче, чем у Ильи. Что легче, блядь, как легче, это вот одному Богу, видимо, известно. То есть, ну, я пока не понимаю, чего мне ждать и что вообще, ну, может произойти, блядь. Ну, короче, произойдет пиздец, походу, какой-то. Нет, это не так. Все хорошо будет. Сходу, наша кружечка фирменная для тебя. Есть, правда, одна проблемка. Изначально мы готовились к другому выпуску, поэтому тебе достанется две кружечки, коллега. Подожди, Вов, мы уже записываем, да? Да. Сосал? Сосал. Да. Вот. Вот, это вот твоя вот стирт. Опа. Ну, Макс стирт. Все-таки как бы планировалось два гостя. Тоха, вот, вот. Нихуя. Типа, Антон 52. А 52 это, ну, с отсылкой? Да. За встречу. За встречу. Стирт. Стирт. В общем, Денис, расскажи, пожалуйста, как проходило твое детство? Чем ты увлекался, например? Каким ты был? Я был нормисом, самым стандартным, блядь. Мой распорядок дня был такой. Пошел в школу, вернулся со школы, не сделал уроки, потому что похуй. Либо играл в компьютер Counter-Strike, либо пошел это самое на футбольное поле с пацанами играть. Я даже не помню, вот, вот если меня спросите, что у тебя было в седьмом классе, там, ебать, в такой-то месяц, я вообще не помню. Ни седьмой, ни восьмой, ни шестой класс я не помню вообще, блядь. Что там было? Кто такой Денчик Коломиец, блядь? Ну, я не помню. Вот такая. Это национальность? А тебя коверкали, типа, через А, нет? Нет. Ладно. Каланча говорили, блядь. Каланча? Ну, это ну еще из-за роста. А ты всегда был высоким? Или в какой-то момент девчонки, короче, были выше тебя? В период с 13 по 14 лет я вырос где-то на 20 сантиметров за год. И из-за этого у меня сейчас по всей спине растяжки, как будто, ну, меня розгами пиздили, понял? Вот так вот просто... Угу. И вот такими полосками, как леопард сейчас сижу, но они уже плюс-минус подзатянулись, я очень быстро вырос, и вот, и, короче, пизда. А в каком классе ты себя начал идентифицировать? Запоминать. Как кто, блядь? Ну, запоминать. Как дрэк. Ну, как стримить начал, наверное, блядь. Вот тогда... Так что архивы видосов сохраняются. Да-да-да, просто я пересматривал время от времени, понял, что было, блядь. Хорошо, почему ты пришел в стримы? Был какой-то поворотный момент? Как ты там оказался? Как я оказался? Вообще, вы же изучали, типа, вопрос. Ну, это для наших фанатов, которые не будут кто ты. Ну, ладно, ладно. Дело было так, что я был модером Братишкина. И, ну, там была одна история. Да, я угадаю. Ты прикидывался взрослым и говорил, что у тебя есть Lexus. Ну, короче, это было... Почему я вообще вот это спиздал? Данул то, что я взрослый. Потому что, короче, я был все это время модером, и я попал в Дискорд взрослым чувакам объективно, типа, которые у меня, ну, на 5, на 6 лет старше. Я думал, бля, если они узнают то, что я пиздюк, все, короче,
мне вообще кранты, блядь, меня засмеют, там вся хуйня. И я решил сказать, мне 20... А, мне еще, короче, микрофон поломанный, понял? Голос у меня сам по себе низкий. Типа, ну вот без вебки не поймешь то, что, ну, чел какой-то пиздюк сидит. Я вот понял, еще погрубее голос сделал. Ну да, мне 24, блядь. Потом в какой-то момент выяснилось то, что это нихуя не правда. Мне челы пишут, а хуй тебе терять? Все уже и так известно, давай стрим. И все, я пошел стримить, блядь. Так, как будто вчера. Подожди, я не понял логику. То есть они такие, так, мы тебя поймали на лжи. У тебя теперь только одна дорога в стримы, типа. Не, ну, никто не знал, как я выгляжу, и вот эта вся хуйня, а тут и узнали, как выгляжу, и узнали, сколько лет. Просто давно мне еще писали, типа, начинай тоже стримить, ты там прикольно завозишь на совместных стримах. Ну, я начал, блядь. О, 30 тысяч. Бля, я что, умер? Да. Ты умер и попал в рай. Но я не вижу здесь ангелов или райские сады. Я вижу только много людей, которые живут свою квадратную жизнь. Прямо как там, внизу. Все правильно. Самые честные игроки после смерти попадают в самое ванильное выживание. А именно в СП-сервер пятерки в Майнкрафте. Это симуляция целой страны, в которой есть свое правительство, банки, в которой ты можешь стать тем, кем захочешь. В отличие от реальной жизни. Но в обычной жизни я снимал ролики на замедленный YouTube. Здесь нет таких мусорных профессий. Здесь ты будешь заниматься реально полезными делами. Ты можешь стать судьей, чтобы выносить публичные решения о бане того или иного игрока. Можешь создавать и подписывать петиции, чтобы решать судьбу сервера. И даже стать мэром города. Но в своей жизни я жил во Всеволожске. А где здесь буду жить? На этом сервере есть целые города, которые возглавляют сами игроки. Со своей стилистикой и отличительными особенностями. Ты сам можешь выбрать, жить в городе для РП, либо для выживания со своими друзьями. Но мои друзья еще живы. Это пока. Здесь вы с друзьями можете создать свой собственный город со своей концепцией и историей. Потому что на сервере пятерки СП ты можешь стать тем, кем захочешь. Ну что, готов? Да, давно уже готов, погнали! Стоп! С тебя 3500. Бас, друзья, мы переместились в новую локацию. Денис еще не знает, что его ждет. Я без понятия вообще. Везунчик. Денис еще не знает, что мистер С уже ожидает его. Я уже предположил, что это Симонов. Я надеюсь, что это он. Сейчас мы пойдем и покажем Денису, что мы приготовили. Погнали. Мистер С ждет. Тут аккуратно, да. Мистер С, вы готовы? Так, та-дам! Проходи, проходи, проходи. Здравствуйте, мистер С. Здорово, бро. Стефан Пай. А вы кто? Денис Дрейк. Ебать, ты побелел, братишка. Итак, друзья, прямо сейчас мы находимся на студии звукозаписи. Yeah. Вместе с нами мистер С. Вот, снимите его, пожалуйста. Сейчас, Денис, мы напишем тебе бит с нуля. Да. С эксклюзивными правами. Напишем тебе текст с нуля, охуенный пиздатый, лучше, чем у всех стримеров. То есть вы полностью меня запродюсируете, правильно? Полностью, да. Тебя запродюсируем. Есть, блядь. Как запишем. Большинство ру-артистов, да, абсолютно, короче? Абсолютно точно. Есть, блядь. Запишем, короче, с тобой твой первый рэп-трек, который будет мега-крутым. Стефан его сведет, и через Стефана у него свой продюсерский лейбл мы... Точнее, у него просто свой музыкальный лейбл. Мы выложим его на площадке, и ты еще и хайпанешь, попадешь в плейлисты, надеюсь. Бля, прикинь, в чарты попадет хуйня. Это будет мега смешно. Короче, это точно перевернет интернет, поэтому, пожалуйста, игру. Мистер С, вот, представьтесь. Тот самый Стефан с гитарой, шарите. Короче, будем писать бит. Я научился писать биты вот пару дней назад. Будем сначала делать ударку. Ну, ударка такая, типа, будет кочевая, драм-н-бейсовская, вот. Я лупчик нашел. Уже нормально. Сейчас. Ну, уже как будто бы я все, блядь. Я в потоке. Я водитель. О. Так, ну, в целом, рыба готова. Дальше... Пиздец, а где лосось? Только серьезно. Бро, ты реально написал бит за 20 секунд? Подожди, ну, пока что только бит. Ну, бит. Дальше нужен бас. Вот такой бас. 808. Потом... Чисто ост, мастерское настроение, блядь. Я уже вижу, вот такое как ехал, все молодец. Твои стримы начинаются с этой. Меня зовут Саша, я диктор, сказал, мастерское настроение. Долго еще, Стеф? Да, осталось вот пару этих дорожечек.
Да все готово, пацаны. Мат. Бля, да что нейросети дошли так быстро делают? Ебать. Разъебалово. Значит, пришло время писать текст. Это займет немного времени. Нужно вспомнить все треки Мазелова. Так, давайте думать. Я думаю, что нам нужно подъебать Мазеловы. Надо не только Мазелочно, надо всех подъебать. Так, кого еще? Пятерку, Стинта, Тоху. Знаете, в последнее время жизнь утратила все краски. Вокруг одна сплошная серая палитра. Мне ничего не интересно, и вокруг сплошная апатия. Как вы считаете, что могло привести вас в это состояние? Не знаю, но я постоянно ощущаю эффект одиночества. Раньше постоянно был на коннекте со своими братишками. А$AP Rocky, Kendrick Lamar, Travis Scott, Drake. Но сейчас я даже банальных голоса не могу услышать, их поддержку. Кажется, я знаю, что может вам помочь. Есть такой бот EasySubs. С помощью него вы можете оформить Spotify Premium и другие подписки. Оформляется это все за пару часов. Можно оплатить с русской карты. Там есть круглосуточная поддержка. И стоит это, в общем-то, копейки. Это стоит 289 рублей. Это ничего за возможность быть на связи со своими братьями, со своими хоуми. Мне кажется, что это поможет вам. Пожалуйста, пользуйтесь. Вы мне действительно помогли, это отличное решение, это мне поможет. Переходите по ссылочке в описании, друзья, если у вас такие же проблемы, и качайте. А Deepens, твой проект? Или ты его? Это проект Лайка, блядь. Альтер-эго. Это проект Мьюзик или Лайк. Он похож на брошенного Диппинса. Это тоже стримеры. Диппин же тоже скрывался у личности. У вас есть совместные фотографии? Вы знакомы? Вы были хотя бы раз в одной комнате? Мы в Китае, ебать. Кто-то видел вас вдвоем в одной комнате? Да, мы ночевали. Только вы вдвоем? Да, в Китае. А вы рядом? То есть никто не может подтвердить. Вы насколько близко спали? Ну, на раздельных кроватях там. Но в одном номере? В одном номере. То есть вас поселили вдвоем? Да. Может, совпадение? Причем мы до этого вообще особо не общались, типа только виделись. Но после этого... Но ночевали вместе. После этого ночевали все вместе. Поменялось. Начали общаться, дружить. Ну да, да, нормально, заобщались. Если честно, чувак? Я думал, что Диппинс типа вот такой вот нахуй. Не, в итоге пообщались, заебись вообще, парень. Охуенно отдохнули, кайфанули в Китае. А вот Диппинс, он в постели какой? Храпит, блядь. Ну, вот это я единственное, что слышал. Не, а вот ну, вы... бывает похрапывать, типа, не каждый раз, но иногда он просто как трактор ебанул в одну из ночей, я охуел, если честно, я уснуть не мог. А вот вы остались вдвоем в комнате, да, первый раз вот за все время, за всю поездку в Китай, угу. Ты тоже скрывал свою личность, да? Он такой, да, я тоже. И, ну, после этого все завертелось. Общая тема пошла. Да, какие-то общие интересы. Не, общие интересы пошли с того, что ну, мы плюс-минус одного возраста, угу. И у нас как бы ну, есть рофлы, которые... Старики, которые вот знают. Роблокс, да, там вот это вот Квинка, Топ. Да, вот да. Это вот все. Наша тема. Каких стримеров ты смотрел, кем вдохновлялся раньше и кем вдохновляешься сейчас? Братишкина только фактически. Потом в какой-то момент смотрел Сильвернейма, ну просто потому что мне Харстон нравился, там вот это вот все дела. А сейчас кроме Илюхи, Тохи, Макса я никого не смотрю. Зазнался. Да не зазнался. Ну, да зазнался. Да не хочу своих. Да не хочу я смотреть. Ну свои пацаны, вот что-то стримит, так к ним захожу. Мне интересно. Мне кажется, Тоха за троих стримеров ебашит. Да. А вот хорошо, может ты кем-то вдохновлялся не из стримеров? Вот какой-то, может, у тебя есть кумир детства? Канье Вест. Симирон. Не, нихуя. Машадуров. Да, не было вообще. Вообще было похуй. Но я летсплейщиков смотрел, но LSP. То, чтобы... LSP смотрел, да, но то, чтобы кем-то вдохновлялся, такого не было вообще. Почему тебя называют Дребе на англичане? Это Тоха придумал, короче, просто Антон, это генератор каких-то рандомных смешных фраз, блядь, и всяких кликух. И он просто лежит у меня на диване в один из дней дома, вот так вот, в своем вот эти положении, блядь, тюленя, и говорит... Дребе, принеси мне водички. Просто с нихуя, типа. Он просто это придумал и сказал. И это распространилось, и все. Ну, блядь. То есть это на стриме иногда называют Антон Дребе. Придумывает слова. Да, Антон — это генератор.
Ты знаешь несколько языков? Это мой вопрос. Ты знаешь несколько языков? Нет. Как по-испански будет «я люблю мужчин»? Китос. Так, ну, видно, что реально несколько языков знаешь. Ты не знаешь испанский. А это вы прочитали где? Дайте угадаю, блядь, в этой, в биографии на каком-то сайте, да? Я не знаю, ты вопрос составлял. Да, это было в биографии на сайте, но мы хотели проверить тебя. Подтверди, Илья. На самом деле мы хотели проверить. Нет, я знаю нормально английский. Хорошо, квашеная капуста. Что? По-английски. Квашеная капуста. Просто квашеная капуста. Пошел на... Ну, я не знаю, нет. Мы хотели проверить не только, знаешь ли ты испанский, но и любишь ли ты мужчин. Это был двойной вопрос. А, бля. Да. Такой, типа, завуалированный. Да. Не, мужчин люблю. Топ-3 кино. Неожиданный топ. Первый ожиданный, второй неожиданный. «Побег из Шоушенка» раз, «Джентльмены 2», наверное, и «Первому игроку приготовиться 3». Круто, крутые фильмы. Дорогие чайфарики, прошло уже 10-15 минут выпуска, и, по-моему, это ебать как весело. Денис еще не знает, что его ждет, но вы-то уже все видели, вы уже все знаете, поэтому, если вам это нравится, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, это все, что нам нужно. У нас сейчас 18 тысяч подписчиков, обещаем не зазнаться, когда у вас будет 20 тысяч, поэтому... Добейте двадцатку за этот выпуск. Добейте двадцатку за этот выпуск. Пишите в комментариях, что вы от Илюхи Мазелова. Все, любим, целуем, идем дальше. Мы ценим ваше время, вы цените свое время. Время – деньги, а деньги у него. Так вот, вернемся к истории, где ты притворялся взрослым и понтовался Лексусом бати. Угу. Вопрос, понтуешься ли ты до сих пор этим Лексусом? Нет, слушай, я сейчас уже сам машину купил. Это была плавная подводка. Расскажи про это. Хотел я себе машину купить. Лексус? Нет. Ауди опять? Audi опять, да, хотел купить себе изначально. Посмотрел варианты у нас в России. И, короче, получилось так, то, что я обратился в наш подбор местный. И мне чуваки искали машину около, блядь, 2-3 недель. И нашли одну. 2018 года, блядь, машину. С ней все заебись, но она 2018 года. И я подумал, ну, блядь. И в это время я, короче, в Китае находился. И мне Вовка говорит, я, короче, сейчас себе машину тоже буду везти из-за границы. Вот тебе контакт, обратись, если что, узнаю у него, спроси. Вот, я узнал, спросил, что-то мы начали общаться, и я понял то, что намного выгоднее привезти откуда-то. Тоже, оказывается, мало даже, блядь, в какой-нибудь Корее, в Китае, там, короче, их, ну, супер-супер мало. И в какой-то момент вот просто, там уже опятую нашли плюс-минус нормальную, уже почти купили. Но мне скидывают итоговую стоимость и говорят, ну вот, так-то выйдет. А я вот так смотрю. А так это как? Ну, вот, ну, примерно. Ну, 5 с чем-то. Угу. Она бы выходила. Так. Я спрашиваю, слушай, а сколько стоит А7? И вот он мне такой, сейчас скажу. Начинает смотреть объявление там. И вот скидывает мне вариант. Типа говорит, вот вчера выложили там вся штука. И там пиздец просто. А какая. Вся штука это сколько? Разница 800 тысяч. Ну, вот. Это 2 стрима твоих. Да нихуя себе, блядь, если бы. А А7 это машина мечты у меня, блядь. Я думаю, ну ебать, я сейчас переплачу, ну, мальца, но получу машину классом выше, да еще и свою мечту, блядь. В итоге передумал по поводу А5 и заказали вот А7, и вот она у меня уже едет. Угу. Через сколько будет? Через, ну... Короче, мы с тобой сидим в Майнкрафте и забрасываем удочки вот так вот. И пытаемся вытянуть что-то крупное-крупное, большое. И тут бац, это концерты Пятерки и Мэушера во всех городах. Приходите, если вы не придете, вы, блин, вообще... Все, текст готов. Это, блядь, короче, это реально гениальный текст. С выражением. Даю концепцию Мазелов новый Меркьюри. Я с королем Вича, значит, нахуй контрацепцию. Мой ник подрезал Дрэк и гений, как Кодима. С Майк Панчи пролагал Мазелов, как Мазила. Мазелов, Мазила, типа. Мазелов, Мазила, да-да-да. Как браузер Мазелов по строчке Ильи не переделывать по силам. Я устал напоминать, большая грудь — это красиво. Это к чему отсылка? У него есть строчка, типа, я устал напоминать, что искренность — это красиво. Подъем. Типа, что большая грудь — это красиво. Что, типа, Денис сиськи любит большие. Да-да-да-да-да-да-да. Нормальная тема. Вот это моя любимая, бля. Я горжусь этой хуйней, это будет во всем интернете. Свожу тебя пизда-то нахуй, как стыди. Пацаны ебут друг друга странной однополярности. По-моему, довольно лирично. Есть идея написать какую-то концовку, типа, уже просто на экспрессе, по типу, йоу, это Денис Дрейк, это мой первый трек, типа. Много денег, Денис Дрейк. Звук звонка вот этот, алло, да, я всех выебал. Да, вот типа такого, какой-то именно словами просто, бля, это было очень легко. Все, разъеб. 5 куплетов. Разъеб. Охуенный текст? И припев, Денис Дрейк, Денис Дрейк. Да не, припев хуйня. Ладно, может, давайте, женский голос, типа. Давай сейчас я пропишу демку, чтобы это было понятно. Ебать, у меня эхо. Нихуя! Сейчас. Мы с пацанами тут дарить добро! Да я пришел начать.
короче. Уф, бля, что за рэпер, нахуй? Пошло, да. Пошла, да. Даю концепцию, Мазелов новый Меркурий, я с королем бича, значит, да, нахуй контрацепцию. Строчки Ильи мне переделывать, по силам я устал напоминать. Большая грудь, это красиво. О! Это хорошо, да. Это кто там записывается, Илюха? Выходи это. У нас Дэн записывается. Сосали, хой, мы все вместе. Оу, вперед! Уже такой-то хуйни нанес, блядь. Ну что, Стэ, включишь песню? Без проблем. Рэп начитал, блядь. Короче, ребята, резкий анекдот. Почему в Америке не любят играть в кое-что? Потому что там нужно сносить башни. Мы с пацанами тут дарить добро. Да я пришел на чай втроем, ей не сыкло. Даю концепцию, Мазелов новый мэр. Да. Я с королем бича, значит, нахуй контрацепцию. Добавим вот эти паузы, блядь, как у Паши техника, в нужные строчки. Такие ямы, типа, жирнющие, нахуй. Какие-то строчки еще ударные. Когда может, типа... звучит, кстати, не так хуево. Да, это вообще отлично для первого раза. Для первого раза вообще легендарно. Правда, молодец, у тебя отлично получилось. Yeah. Соответственно, Стефан, короче, это сводит, и завтра снимаем клип. Да. Клип, блядь, это вторая активность, да? Ёбаный в рот! Так что учи слова. Ну, короче, спасибо Стефу, что записал, что все мне помог. Легенда. Все, тогда завтра снимем. Да, увидимся. Давай. Завтра жизнь, блядь. Давайте, ребята, увидимся. Короче... Блядь. Мы с пацанами тут дарить добро. Да я пришел на чай втроем, ей не цикло. Я в новый Меркурий делать по силам я не... Знаете, грудь это красиво. На уроке я не стримил ни пятерку. Пролагал на нее как Мазила. Как стейди ее. Да, на полярность. Друзья, интерактив я официально объявляю. В общем, возможно, наши подписчики в курсе. Вы с Ильей дружите. Так. Довольно тесно. Угу. Насколько тесно по 10-бальной шкале? Пиздец. Пиздец. Хорошо. За 10 поэтому баллов. Сейчас мы проверим, насколько ты хороший друг и как ты знаешь творчество Ильи. Но у нас есть вот небольшой гаджет. Хорошо. Небольшой гаджет. Это умный браслет, который... Вот, это абсолютно безопасный вибробраслет. В чем суть? Бля! В чем суть? Он будет отправлять вибрации. Да. О, нет, за каждый вибрация. Неправильный ответ, за каждый неправильный ответ мы будем отправлять тебе уведомления на этот браслет, и ты их будешь получать. Это абсолютно безопасно, ребята, на Твиче. Вы не думайте, что мы какие-то ёбнутые. Да, это эко-френдли. Ох, сейчас смс-очки будут. Но вопросы легкие, поверь. Первый вопрос. Сколько треков в альбоме «Холода ветра» делюкс-версия? 11, 12, 13, 14. Это легкий вопрос, понятно, что ты да, чисто разминочка. Охуеть. Какая делюкс-версия DLC, блядь? Да. 12. И это... Правильный это ответ. Это правильный ответ. Реально? Да, правильный ответ. Нихуя. Я же говорю, что это все знает, это легкотня. Да, это хуйня, видишь, ты все знаешь. Что ж, это тоже вопрос легкий, я уверен, ты знаешь на него ответ, вы же типа лучшие друзья. Да. Сколько раз упоминается Оксимирон в треке «Старая панк-волна»? В общем-то, 1, 2, 3, 4. 2. Что ж? Блять! Это неправильный ответ. Да я его хуя! Я же говорю. А, ебать! Не-не-не! Блять! Чё не-не-не? Чуть-чуть повысил. Не въеба... Скажи неправильным ответом, повышаем. Ладно, понизил. Итак, что из этого списка в своем куплете на треке «Буря, метель и мгла» Илья не хотел? Быть близкими, чтобы были надежды полны, чтобы нас не пугали высотой, быть сильным. Блядь, я забыл, у меня весь текст из башки вылетел, нахуй. Любить такого могла бы лишь очень сильная женщина. Вот это я помню, блядь. Так ответ-то какой? Подожди. Второе, это что еще раз? Чтобы были надежды полны. Да, вот это. Вот это? Пизда. Ай, блядь, сука! Это неправильно. Правильный ответ, чтобы нас не пугали высотой, потому что эта строчка была у стыди, а не у Ильи. Охуеть! На всякий случай, это вибрации. Это вибрации. СМС-ки. Денис, актер, ну, это типа театральная постановка, инсценировка. Дэн, это тоже типа лихотня. Это, да. Я уверен, что... Да-да-да, ёбнутая. Что ты все знаешь. 100%. Какой рэпер не упоминался Ильей в сайфере 140 BPM 2024 года? Пиздос. А, DeepXSense, Б, IM, В, Ота, Г, Никита Мостяк. Никита Мостяк.
И это правильный ответ. Есть, блядь. Ты же просто угадал, да? Да. Какой строчки нет в куплете Ильи на треке «Автобан» 2022 года? «Ты не пацан, ты типа тип. Не грызи ногти на споте. Унижаем ваши тачки. Моя тачка легенда». Одной из этих строчек нету в этом треке. Нет в этом треке, да? Да. «Моя тачка легенда». И это правильный ответ. Есть, блядь. Мы усложняем немножко. Вопрос математический. Сколько раз Илья произносит слово «хайп» в треке «Дис» на Никоглая? 20, 21, 22, 23. 20. 20. И это правильный ответ. Блядь, реально? Это реально правильный, да, да, 20, да, раз. Тебе очень... Ну нет, 21 как будто уже много. А 20 заебись. Да, 20 нормально. Блин, все. Денис, тебе реально Денис, очень сильно... Ты готовился. Тоже легкотня. Как называется аутро у Ильи на альбоме «К маяку вселенной»? Вариант ответа. Угу. Тебе их понравится. Нет. Б. Тебе не понравится. В. Ты рядом. Г. Ты не рядом. В. Твой вариант ответа. Ты рядом. Ты рядом. Ой, блядь. Это неправильно. А какое? Правильно, тебе понравится. А, ёпта, блядь. Ты мудак ебаный, сука! Я случайно. Отберите, блядь. Я отобрал. Итак, и последние два вопроса с телефона. С кем Илья никогда не батлился? Абалбиск, Клава Браво, «С добрым утром», Кондрашов. Нет, точно не последняя, блядь. Клава Браво пусть будет. И это... Блин, это почти правильно. Почти правильно, блин. Да ставь ему больше. Блядь! Ладно, и сейчас... Нет, иди нахуй! Сейчас последний вопрос. Последний вопрос. Какой фразой Илья начал ролик под названием «Наш четвертый Новый год»? Дорогие друзья, Куеверс представляет. Полтора часа я лежал и смотрел ТикТок. Да кто, сука, пишет мне? Ну, как будто бы в стиле Ильи было вот «Да сука, кто мне пишет?» И потом такой типа кат, и он начинает говорить. Это твой вариант ответа. Похуй, это будет мой вариант ответа. Хорошо. И это... Неправильный ответ! Ой, блядь, ебать, меня сейчас Джон Сина поцеловал! Нихуя! Блин, ты завидуем. Ну что ж, Денис, это было круто. А какой был правильный? Правильный ответ. А тебя ебать не должен. Вот ты стримишь, у тебя есть аудитория. Mm-hmm. Она так. Тебе нравится? Или ты считаешь... Или похуй на них. Всех, вот, кто заходит тебе на стрим. Сосами ебаными их ненавидишь. Да, рот ебал их. Да не, ну короче, ну если прям серьезно ответить, то... Ебал. Да и ты ебал их. Вы слышали когда-нибудь в ТикТоке или там, я не знаю, в Рилсе, может, кто в ТикТоке не сидит, вам попадался? Да, 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 я так сразу... Это мюзикли, да? Да, я просто не в курсе. Мюзикли, да, да, вот это. Звук? Там, бля, во, бля, то, бля, во, бля, вот это вот. Бывают залетные типы, которые уже спустя 5 месяцев, спустя этого мема, блядь, они только про него узнали и думают, что если они зайдут в чат и напишут вот это там, бля, во, бля, они будут какие крутые ебать в теме, блядь. А можешь... Они пишут, а это кринжа ебаная уже. А можешь накинуть актуальных мемов? Ну, актуалка — это смайлик, короче, есть такой прикольный, вот, который делает вот так. Вот что бы, если чуваки написали тебе в чате, тебе было бы комфортно? Там, короче, если в чате на Твиче чел пишет первое сообщение, это прям выделяется таким квадратиком и написано «Первое сообщение в чате», там такая хуйня. First time messenger. Я стримил, сидел, и мне чел пишет просто первым сообщением. Давно меня тут не было, блядь. Я нажимаю на него, и у него подписка 2 дня, блядь. Давно меня тут не было. Ну вот это меня разъебало, блядь. Можешь ли ты сейчас... сказать что-то для кликбейта, вот прям на вот эту камеру, чтобы ролик посмотрели все. Так. А можешь сказать на кликбейт, я проиграл 3 миллиона рублей? Во, да, реально. Я поставил квартиру в казино. Мои подписчики конченые хуесосы. Не, давайте вот так в формате диалога то, что. Что скажешь про своих подписчиков? Бля, конченые, пиздец. Все, все, отлично, нормально. Да, это было замечательно. Расскажи самую неловкую ситуацию в твоей жизни. Может быть, какую-нибудь историю с последней стримхаты, которую никто не знает. Нет, со стримхаты там все было цивильно. Все разъехались очень быстро. Ну, и вот те и друзья. Попьянствовали и нормально. А какую-нибудь историю? У меня две неловкие истории за жизнь. Первая неловкая история — то, как у меня разошлись штаны на жопе в школе. Родители. И я об этом узнал спустя, блядь... Вторая история — это то, как я наебнулся в школьном дворе. Ну, короче, у вас школа была буквой «П» вот так? «Н». «Н»? «Н». Да, у меня тоже буква «П». Не, у меня буква «П» была вот так вот, типа. Так. И... Пи***ц.
Мы это можем говорить, это слово. Да, это у тебя. Да, это смотри, у тебя мы говорим пид. Вот в школьном дворе, вот буквы П, расчистили снег зимой вот так вот на две половинки. Буквы П. Ну, вот так вот. Так. Дворник в две стороны въебал. Клали сменки, типа, и шли ебашиться снежками. И у меня сменка была в пакете из-под пятерочки, я его положил возле вот этого лестницы в школу. Вот мы поебашили снежки, я пошел забирать этот пакет. Все, типа, домой уже. А можешь, пользуясь случаем, прорекламировать альбом Ильи Мазела вот прямо сейчас на камеру? 11 октября выйдет альбом. Ребят, вы будете в шоке. Бац! И мы переместились в новую локацию. Прямо сейчас мы приехали на место, где мы снимем последнюю часть клипа, Дэн. Ты уже, наверное, чувствуешь, да, какие-то тучи, что-то... Ну, я что-то вижу. Что-то случается. Что-то предвкушаю. В воздухе витает, что-то назревает. В общем, все будет достаточно просто и лайтово. Вот, ты просил, чтобы было легче, чем у Мазелова. Да. Вернее, да. Мы сами тебе... Я так сказал. Да, сказали, что так будет. Поэтому мы решили, что последняя локация, она будет несколько необычной. Угу. Вот. Чтобы ты почувствовал себя полностью как чувак из фильма Эминема. Эминем, восьмая миля, mm-hmm. мы собрали тебе твой первый рэп-концерт. Да. Что, блядь? И сейчас мы едем на твой первый рэп-концерт. Мы сняли клуб, позвали там по хуйне людей, человек 30, короче, будет. Мы намутили райдер. Мы намутили визуалочку на фон. Да. Сет-лист на разогрев, чтобы люди типа кайфанули по каждому выступлению. Да. Охуеть, блядь. Мит-н-грит, да. Будут плакаты, которые ты подпишешь, как Мазелов, короче. Салют. Это пизда. Полное погружение. Ну, людей будет по хуйне, чек 30. Да. Вы что, ебанутые? Я этого делать не буду, блядь. Да ну его нахуй. Это что за галерея, ебать, оранжерея? А это для Джарахова микрофон по росту? Для двух Джарахов. Караоке, для в двух котором Джарахов, ты обычно поешь. Тут даже есть гримерка. Да ну. Пойдем в гримерку. Да ну, вода. Смотри. Колбаса. Нарезка. Афиши, вот. Пиздец. Да, вот. Сегодняшняя дата. Что за фотка? Да, это Ильи фотка, блядь. Да. Каждую нужно будет подписать с автографом. Ебаться, блядь. Да, все, а как, сколько все их? Как Илюха. Их всего 150. Почему? 150. Это запасом. Это просто... Это на сколько запасом? Это по 5 каждому в руки. Да. А нахуя? Ну, просто. Это прикол. Ну, что, блядь? Стоп! Давайте все-таки запомним этот момент. Друзья, первая афиша Дениса Дрейка подписанная. Все. Осталось 149. Нахуя 149? По 5 в руки. Зачем? Они родственникам отдадут. Они торговать ими будут? Кстати, это можно. Одну мы разыграем в комментариях под этим роликом. Сука. Что ж, на самом деле на этом сюрпризы не закончились. В общем-то, дядя Дима, вообще только спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Мы позвали специального гостя, дядю Диму. Денис еще не знает об этом. И прямо сейчас мы пойдем и поснимем его реакцию. Пошли. Презентация. Пошли. Денис, в общем, сюрприз для тебя. У нас сюрприз. Специальный гость для тебя. Пожалуйста. Я знал, что тебе понравится. Привет. Здесь еще и позориться перед батей. Охуеть теперь. Бам! Мы переносимся в новую локацию. Это почти как шоу «Вписка», только примерно в 10 тысяч раз круче. Сегодня у нас дядя Дима. Дядя Дима, спасибо, что согласились ответить на несколько наших вопросов. Спасибо, что пригласили, на самом деле. В общем-то, самый первый вопрос. Каким Денис был в детстве? Он не доставлял никогда никаких неприятностей, хлопот. Нормально, он, естественно, шалил, он, естественно, где-то там мог что-то где-то накосячить. Но это нормально. Мы все, собственно говоря, такими были, поэтому я считаю, что это нормально. Это хорошо. За Денисом девчонки бегали в целом? Ну, у него были отношения в школе, естественно, как у любого. Как обычно. Ничего такого, чтобы типа как это... Дрейк. Вот, вот этого тогда не было, нет. Дарили ли Денису цветы? Следующий вопрос. Сбегал ли Денис из дома? Нет. Ни разу не было? Нет, не было этого. Вот я сбегал, он нет. Он домашний? Не сказал бы. То, что человек не избегал, это значит, что, в принципе, дома родители постарались сделать максимально комфортные условия для того, чтобы им не надо было это делать, для того, чтобы самовыразиться или пообщаться с друзьями или прочее. Я думаю, что просто дело в этом. А получал ли Денис ремня когда-нибудь? Не ремня, нет, один раз было. По жопе так рукой приложил. Да, ну было. Ну, во-первых, я не люблю вот эти все телесные наказания. Человек от этого лучше не становится. Вбить ему ремнем что-то невозможно, просто вбить.
Вот. Он может только озлобиться, закрыться. От этого только хуже всем будет, на самом деле. Вот. Зачем вот эти все эти детские комплексы? Нет, ты будешь учить, ну это ремнем-то. Не, ну это глупость, это какой-то атавизм уже, я бы сказал. Приводил ли к вам Денис знакомиться девушек? Ну да. Вы одобряли его выбор? Знаете, как это? Здравствуйте, мама, здравствуйте, папа. Это там типа Лена или Маша или Катя, угу. Да? Вот. Поэтому это было так, и мы совершенно нормально восприняли это. Я себя помню, например, с 14 лет я самостоятельно много уже чего делал. Вот. Денис там чуть постарше, но, в общем-то, у него, наверное, время было другое тогда. Просто что-то запрещать, просто огульно «нет» или говорить «нет, Денис, слушай, вот была там, приходила там, нет, ты с Леной не встречайся, вот, мы против, как бы». Ну, это же глупость. Ну, потому что если люди хотят встречаться, они будут встречаться. Только ты об этом либо будешь знать, либо ты об этом знать не будешь. Застукали ли вы за дрочкой Дениса? Этот вопрос, который мне задавали на стримах, да, тысячу раз. Нет, там есть много вопросов, которые мне задавали на стримах про Дэна, в том числе. Так. А за это самое... Нет, была смешная история другая. И ты... Да. С резиновым влагалищем, да. Это была смешная история. А что за история? Вы рассказывали? Ну, он рассказывал Дэн даже у себя на стриме. Ну, а по поводу... Нет, не застукивал, он это делал тихо. Можешь же бегать там и орать на пол ванной, правильно? Можешь же тихо зайти и сделать свое дело. Дрейк. Заказал там через что-то, и ему пришло вот это вот резиновое чудо. Вот эту историю нашла мама. Угу. Дэн не нашел ничего лучше, сказать, да пацаны просто дали, подержи это самое. Вот, мне не сказали на самом деле об этом до того момента, пока я, выходя в очередной раз на балкон, разбирая балкон, там лежал какой-то рюкзак, я думаю, блядь, что здесь за рюкзак лежит? Ну, рюкзак, да. Тогда все и выяснилось, собственно говоря. Следующий вопрос я предвосхищаю. Нет, я не воспользовался, вот, я просто тупо выкинул. А я думал, что он скажет, что это батина просто. Батина, да. Это была батина, мама, ничего, просто батя попросил, чтобы я спрятал. Да, и про сегодня рассказывал. Да. Следующий вопрос, вот, когда рос Денис, ну, и был в детстве, в общем-то. Помню. Вы думали о том, кем хотели бы, чтобы он стал? Ну, помимо того, что хочет ребенок, обычно есть то, что... Что хотят родители? Да, что планируют родители. Не ко мне, не к моей жене, потому что многое же поломанных судеб из-за того, что на самом деле родители запихивают тебя в какой-то вуз, считая, что ты должен быть врачом, юристом, не знаю, там, кем-то еще. Нанотехнологом. Например. Тебе кажется, что твое призвание немножко в другом, ты начинаешь, пытаешься это объяснить, тебя никто не слушает, вот он растет, он сам должен как-то самоопределиться. Твич, он и стримерская деятельность, она чем-то похожа работа игрой актера того же, да? То есть я думаю, что совершенно спокойно театрально он мог бы потянуть. А вот когда Денис придумывал псевдоним Дрейк, вы знали, что есть уже такой популярный рэпер? Знал. Когда он начинал только-только стримить, это же было все окутано таким завесой тайны. То есть это все что-то... А что ты делаешь? Да, я в КС-ку рублюсь, да? Вот, а на самом деле он уже начинал стримить, уже какие-то первые шаги делал, поэтому когда он выбирал себе рандомным генератором вот этот вот никнейм, я об этом не знал. Потом уже я узнал... Во-первых, мне первый, кстати говоря, не исполнитель в голову пришел. Вот. Был пират Дрейк. Очень известный, кстати говоря, флебустьер. Поэтому он был первее явно, чем этот исполнитель. Какие треки в твоем плейлисте? Топ-3 исполнителя. Смотри. Пленка, Диверс, наверное. Музыка из ТикТока. Нихуя, блядь! Вот самый я это слушал еще с 2020 года, не пизди. И вот этот вот звук. И Трэвис Скотт. Ты стример. Вот. Но при этом ты комплексовал за внешностью. Было. Было такое? Было. Комплексуешь ли ты сейчас? Меньше, чем было до. У меня был момент, когда я что-то себя запустил, понял? Я вот только переехал от родителей. Стрим запустил. Да, стрим запустил, блядь. Что-то себя что-то запустил. Да. Вот. И только переехал от родителей, ну, и не знал, как жить соло, блядь. Я жил на каких-то ебаных доставках, типа вот жрал говно. Ну, это вне контекста было сказано. Это стример. Это для клипбейта. Я стример, да. Это новый формат. Всякую хуйню вредную кушал, и что-то вот накушался, блядь, до 96 килограмм. В моменте понимаю то, что я охуел что-то. Это как-то очень много. Ну, и начал худеть, типа, там, на здоровье. Питание на всей штуке, и вот за 3-4 месяца 12 килограмм скинул. А сейчас сколько весишь? 83-84 где-то так. Нормально. Даже 82 было сегодня. Да, 96 это пиздец. У меня тоже рост 1,94 м. Я когда до 96... Ну, вот у нас одинаковый рост. Типа, фактически. Да, я когда разожрался... Бля, может, вы еще и пососете? Давай сиди, блядь. Наши источники утверждают, что раньше пацаны из 89-го сквада над тобой подшучивали, вели себя токсично по отношению к тебе. В какой момент это изменилось? Это изменилось ровно в тот момент,
Когда я повзрослел, блядь. Какие отношения сейчас с пацанами? Ну, фактически никакие. Сейчас с кем я общаюсь, это вот только наша четверка. Типа, я, Илья, Тоха, Макс. Смотри, раз уж у вас такие охуенные пиздатые отношения, у нас для тебя новый интерактив. Тебе нужно расположить участников 89-го сквада от лучшего к худшему. И ебать, вот, я всех не помню. А вот мы подготовились, вот это раз, основной стак. А вот. Почему мне ориентироваться, типа, от лучшего к худшему? По стримам? Блять, тут суперстас есть, так, окей. Так, кто лучше будет? Лучший батек. Не Джесус? Лучший мой батек. Так. Потому что, ну, без батька не было бы меня. Бля, вообще по факту. Прикинь, споришь с батю, такой, я тебя сделал. Да. Ты моя сперма. На первом месте батя. Правильно. Ну, очевидно. На втором месте Мазелов. Крестный отец. На третьем месте Антон Т2Х2. На четвертом месте Стинт. В пятом месте Дрейк. Неожиданно, да. То есть выше Хесуса. На шестом месте Брыфуфы. Не знаю. Да Братишкин. А, Братишкин. А почему у него такой ник? Ну да, сокращение. Братишкин, шестое место. Седьмое место Хесус. Восьмое место Ладога. Девятое место Раз-два. Десятое место Гвингвейд. Одиннадцатое место Нейля. 12 место Сила Шалашек, да? Силашек, блин, Шалаш. 13 место ДК. Остальные похуй. Друзья, эту паузу мы используем для того, чтобы напомнить вам, что мы стараемся для вас. Все, что от вас мы просим, это подписаться на канал. Мы реально делаем крутой контент, пишем все эти ебаные вопросы, блядь, придумываем эти интерактивы. Не спим, короче, ночами. Обделили. И все это, чтобы вы похихикали, похахакали и потом писали на стримах Дрейка всю оставшуюся жизнь, все танцуют локтями для новоприбывших. Вот, поэтому подписывайтесь. У вас уже 19 тысяч, скоро у вас будет 20 тысяч. Добиваем 20! Все, любим вас, целуем, спасибо. Идем дальше. Кто твой главный враг на Твиче? Какие враги на Твиче, блядь? Кого ты вот ебал в рот? Твой идейный враг. Кого ты на хую вертел? Идейный враг. Да. В какой-то момент на меня пиздела гаечка. Ну пусть будет она, похуй. То есть твой главный оппонент, враг народа на Твиче? Да нет у меня оппонента просто. Ну вот мне надо было что-то сказать. А ты на сырный запах, как Рокфор, летишь вот так? А ты можешь сказать в камеру сейчас для наших подписчиков, я ебал в рот гаечку? Да нет, мне похуй на нее. То есть ты не ебал в рот гаечку? То есть не ебал. Чисто гипотетически. Нет. То есть гайки бы не закручивал. То есть она некрасивая? Чего, блядь? Ну, ты просто я не понимаю причину не ебать ее в рот. Пока не складывается. Систем мудак, блядь. Ну, просто в какой-то момент она пиздела, мне надо было на кого-то сказать, и все. Денис по-любому волнуется. Пошумите для Дениса. Денис, ты готов? Теперь сейчас. Денис волнуется меньше, я уверен. Дрейк! 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 Это один враг. Что-то отъебнулось. Что-то отъебнулось. Пауза. Охуеть, блядь. Вот эти ваши проводные микрофоны придумали, блядь. А как ты это сделал? Я не ебу. Я просто его пытался снять. Живые кадры. Это должно быть. Давай заново. Давай. Ебать, Санкт-Петербург. Ну что, блядь, надо раздать рэпу. Потому что там нужно спросить башню. Пацанами туда и добро. Да я пришел на честь втроем, я не цикло. Даю концепцию, Мазелов, новый Меркурий. Я с королем веча, значит нахуй контрацепцию. Строчки ими переделывать по силам. Я стал напоминать большая грудь, это красиво. Но у тебя пизда, то нахуй и среди. Пацаны и вот друг друга страна на полярности. Дрейк!
Почти 30 человек. Вот, я, короче, вы сказали Денису, что позвали 30 человек. Да, меня пытались наебать, блядь. Я сейчас, ну, я сейчас в ахуе стою, если честно. Это все твои, брат. Ебануться. Ну что ж, Денис, мы поздравляем тебя с твоим первым рэп-концертом. Это было грандиозно. И как полагается настоящему рэперу, ты получаешь в конце зарплату. Да ну нахуй. Так, первый гонорар. Да, пацаны, за вычетом... ну ебань, обделили мужичка. Да, ну, да, ну. За вычетом всех налогов, вот этих там трат, да, расходов, расходов, да. Тут, в общем, 2400. И обмен. Две, не, 2400 твоя зарплата. И подожди, 42 рубля еще мелочью. О, да ну! Одной девочке вот не хватило проезд. Денег, и мы сделали скидку для ее прохода. Правильно, правильно. Да, покажи вот. Сотки. Покажи, ты можешь вот на камеру показать свою первую зарплату. Что мы без обмана, типа, выплатили все. Там еще больше он не показывает. Ну, еще одну зажал, блядь, сори, вот так вот. Блядь. Там много, ты, бро. А вот на это что? Главное. Главный вопрос. На что потратишь деньги? На соджу. Все, Никит, может, что-то хочешь дополнить? Это был Тимати Йоу. Мы были в Самаре, отдыхали со своими бросами. Мы раскачали этот клаб. Мы раскачали этот клаб. Анапа, вы следующие. Мы за ЛФФ, ЦМХ, ДК. Ребят, не ваш уровень. Это было шоу «Чай втроем». Это был Никита. Это был Вова. Всем удачи и всем пока. А на текущий день вы гордитесь Денисом? Да, да, да. Вы тоже спрашивали об этом на стриме. Причем меня спросили еще так, по-хитрому. Вам не обидно, что вот у вашего сына такая популярность там, и прочее, прочее? Я говорю, нет, я горжусь им. Я говорю, это нормально. Дети должны идти дальше своих родителей. В мое время такого, как Twitch, например, не было. И это не наша проблема, это не моя проблема. Это проблема того времени. Просто тогда еще этого не было физически. Если бы это было тогда, я бы точно этим занялся. Потому что это мое, я этим тоже занимаюсь. Свободное время от работы, от основной, конечно. Стрим — это же какая интересная штука. Будь ты хоть кем угодно, если ты не интересен людям, к тебе никогда не придет больше трех человек. Ты, мама и папа, да? Вот и будете втроем смотреть стрим, да? Сколько Денис уже стримит? 4 или 5? Где-то около 5 лет, да? Если человек так вырос, причем значительно, я вижу прекрасное и отношение чата, у него прекрасный комьюнити. У него, видите, да. Люди, которые сегодня пришли, прекрасные люди, которые его действительно ценят, любят, и это хорошо. И когда мне говорят, да, Дима, у вас прекрасный сын, мне приятно это слышать. Это круто. Это круто, да, это реально круто. Ждать ли от вас новых треков? Ждать. Через пару недель выйдет новый трек. Это моя будет коллаба с Виджи. Такой хороший, спокойненький такой, как всегда, про любовь. Про расставание, про это. Ну, известные как бы темы. Нам Денис рассказывал историю, как к нему пришла первая реклама в какую-то внушительную сумму, там, типа 750 тысяч, по-моему. Да, было. Вот, и он пришел к вам, чтобы попросить вас вывести эти деньги к себе на карточку. Ну, вот, было. Он рассказывал, что он пришел в 16 лет, да? Да. Вот какие эмоции вы в тот момент испытали? Я, наверное, все-таки я удивился. Денис смог заработать и заработать такие достаточно большие... 16 лет это вообще просто... Да, большие деньги. На тот момент я уже немножко как бы выкупал за Twitch, поэтому спросил, за что? Потому что я категорически не приемлю тот же казик, да. Вот. Ну, это, в принципе, позиция всегда была наша общая. Я спросил, что это? То есть он мне объяснил, я сказал, ну окей. Вот. Ну, конечно, удивился. Ну, я имею в виду... Ну, да, это, наверное... А мама как отреагировала? Маме я уже рассказывал, что нет, нормально, потому что это вот это такой-то рекламодатель, он рекламодатель белый, все хорошо, все нормально, здесь нет никаких подводных камней. То есть не надо бы потом ничего за это будет то делать. Вы только за белых? Я за белых рекламодателей, конечно. Рекламодатели. Хорошо, смотрите, вот такой вопрос. Как вы считаете, вы были хорошим отцом для Дениса? Думаю, да. Но я, по крайней мере, старался. И старалась, собственно говоря, моя супруга, мама Дениса. Не было бы этого, не было бы Дениса, какого вы сейчас знаете. То есть, через... Не было бы вас, не было бы Дениса, кстати. Ну, это, кстати, это база. Я считаю, что это отличный аргумент, в любом споре. Отличный аргумент, да. Он не был бы таким, какой он сейчас есть. То есть, там, самобытным, с прекрасным там чувством юмора, вот, с все-таки, невзирая ни на что, с достаточно тонкой душевной организации. Я почему это говорю? Потому что мне очень понравилась, собственно говоря, его реакция на
вот эту вот известную историю с девочкой. Задонатила ему определенную сумму, потом выяснилось, что эти деньги она утащила у родителей. Даже Вову там, по-моему, говорил, что нет, не надо было, зачем? Он очень правильно сделал, я его только поддержал. Ну, конечно, да. Я его только поддержал. Поступок. Это правильный поступок, да. Мужской поступок, кстати говоря. Мужской. Может, пользуясь случаем, вы можете что-то сказать Денису в камеру, обратиться к нему? Да, он точно посмотрит этот ролик. Он точно увидит это. Денису я могу сказать то, что я его очень люблю, вот, я им очень горжусь. Я считаю, что то, что он делает правильно, зная себя, на самом деле, а мы естественно, повторяем, как это, сколько мне в жизни не говорили, когда я был молодой, не делай это, не делай то, или да, окей, и все равно делай по-своему. Делай, не бойся ошибаться на самом деле, это твой опыт, это твой жизненный путь, ты сам его делаешь. Ты сам делаешь себя, да, то есть вот это как раз известное американское выражение self-made man, да, человек, который делает сам себя. Ты как раз относишься к этой категории. Я считаю, что у тебя хорошо все получается, отлично все получается. Самое главное только не зазвездиться на самом деле, не поймать вот эту звезду, не, как мне очень нравится выражение, заплюшневеть, забронзоветь. После первого концерта, главное. Да, после первого концерта не зазвездиться, да. И не быть через, как это, чрезвычайно таким самонадеянным, самоуверенным, да, потому что любовь людей — это тоже приходящее, на самом деле. Сегодня это так, завтра это так. Ну, в любом случае, то, что он делает сейчас, я считаю, что вы не дадите мне соврать, у него получается, получается отлично, да. Так держать. Денис, да. С днем рождения тебя! С днем рождения, Денис! Ты посмотришь это к дню рождения, все, тогда пишите спасибо вам большое. В комментариях с днем рождения, Денис. Дядя Дима. Вот, было приятно с вами поговорить. Спасибо огромное. Да. Спасибо большое. Спасибо. Я сегодня получил массу удовольствия, на самом деле. И мы. Самый неожиданный респект за творчество, который получал. От Данила Горилла, наверное. А, чувак из «Склада хозяева». Продеевич кореш. Так, это мы знаем. Может быть, знаешь. Просто мы были на какой-то тусовке в Дубае, вот, и он ко мне подходит и говорит, бля, ебать, у тебя стримы прикольные, короче, я еще видел момент, когда к тебе батя заходит, и что-то вот мне момент попался, короче, вообще красава, типа, прикольно. Ну, и все, вот это реально самый неожиданный, типа, вот он просто подошел и с нихуя сказал. Топ-3 стримера прямо сейчас. Тоха, Илья, Макс. Топ-3 стримера уёбка прямо сейчас. Никоглай, Даша Корейка, Ванзола. А планируешь стать отцом? Когда-нибудь, да. Когда? Ну, лет под 30 точно, блядь. Будет ли это на стриме? Зачатие, блядь? Ну, что-нибудь тебе. Тебе виднее. Да? Представляешь вообще, как вот ты скажешь это отцу? Что? Что? Что он станет дедушкой. Ну, блядь, я же молодой. Ну, вот смотри, вы с Мазеловым приходите, вот надо как-то сказать. Что если с Мазеловым, нахуй? Ты гей? Не, ну просто Илья тебя пришел поддержать за руку. Ну, ты гей. То есть он пришел с Ильей за руку, а гей я. Я правильно понимаю? Ну, ты понимаешь, ты о таком думаешь, то есть ты о таком задумываешься. У Ильи есть Ксюша, у них будет семья, я думаю. А ты вот не боишься, что когда Илья женится, блядь, только то... мужик знает, что нужно мужику. Находишься ли ты сейчас в отношениях? Нет. Почему расстался с прошлой девушкой? Ну, просто по обоюдному согласию, типа то, что пришли к тому, что все. Ты кикнул ее из склада. Сука. Да не, ну просто, ну вот расстались, потому что такие сели что-то. Что, расстаемся? Расстаемся, все. Сколько вы встречались? Почти 4 года. Жесть. Короче, девочки, пишите в комментах. Пишите в комментах свою анкету с Давинчика, мы выберем Денису подходящую. Да, Сани секс-бомби не нашли, до свидания. Да. Найдем Денису Дрейку. Денису. Твой любимый и нелюбимый трек у Мазилова? Любимый, вот новая, которая у него выйдет на альбоме, нелюбимый. Ну, говно вот прям. Типа залупа. Да. Из серьезных или из рофла тоже можно? Из серьезных. Из серьезных. Девочка из аптечки. Да, не кажется. Любимый, нелюбимый. Любимый, нелюбимый. Любимый прах, нелюбимый неумеха. Лил за ним. Денис, пользуясь случаем, ты можешь сейчас передать привет кому угодно, он точно посмотрит этот ролик, вот этот самый хайповый. Батек, мама, бабушка, дедушка. Блять. Блиц. Как у Дудя, только пизже. Ага. Нужно выбрать, короче, один вариант ответа. Давай. Увиливать нельзя. Выиграть нельзя, отшучиваться нельзя, это серьезно. Угу. Лера Морфи или Даша Дошик? Даша Дошик. Антон Т2Х2 или Стинт? Оба. Нет, нельзя. В смысле нельзя? Только тебе одного, надо выбрать только одного. Оба, блядь. Нет, да нельзя так. Одного. Оба, нахуй. Дальше, нет, оба, все, одного. Мне похуй. Я здесь гость, я устанавливаю. Ты не... Так мы хозяева шоу.
Оба. Хорошо, Майнкрафт или Роблокс? Нет. Майнкрафт. Диппинс или пенис? Диппинс. Почему? Зачем мне пенис? Папа или мама? Оба. Блять, какой охуенный блиц Денис у нас. А давай... Я не могу, между папой и мамой невозможно выбирать, блядь. А давай ты просто... А между Антоном и Стинтом, да, тоже. А может быть, ты просто на камеру скажешь, я люблю всех одинаково. Ты как-то охуенно выбрал, легко. Все, да ебать вы, вопросы друзей, вопросы родителей. Это такое святое. Хорошо, окей, давай попроще. Давай дальше. Пятерка или Мелшер? Мелшер. Дрейк или Дрэк? Дрейк. Мазелов или Братишкин? Мазелов. И финальный вопрос. Вот так вот, блядь. Кто тебе важнее, я или Никита? Ну, пацаны, вы не готовы к этому разговору. Если честно, я вас двоих ненавижу, блядь. Друзья, в общем-то, наше шоу подходит к концу, прежде чем мы подарим наши замечательные, прекрасные подарки Денису. Денис, что ты принес для розыгрыша для наших подписчиков? Я вам могу так сказать, я ничего не принес, но у меня в этом месяце выходит новая коллекция мерча. И там в этой коллекции мерча будет замечательный зимний свитер. И вот зимний свитер... Какой достанет... Лёхи Мазилов? Нет. Не повторишь вообще. Другой, да? Во-первых, да, дешевле. О-о-о! Во-вторых, не акрил. Короче говоря, ну это не пиздёж, если что, в сторону Ильи, но вот этот зимний свитер достанется кому-то из вас одному, поэтому, ребята, участвуйте в розыгрыше. В розыгрыше, да, у вас будет розыгрыш. Замечательно. Это отличный подарок. Замечательный подарок, вам будет тепло зимой, холодные времена, поэтому кайфуйте и участвуйте обязательно. Может... Замечательно. В общем-то, что ты хочешь добавить? Может, еще 5 проходок на твой стрим? Ну, у нас рэперы обычные, вот стрим. А, 5 сабок? Да, 5 сабок. Ради бога. Свитер не как у Мазелова, не акрил, не дорогой от Дрейка. Да. И 5 сабок. Подписок. 5 сабов. Сабок. Условия конкурса, как всегда, просты. Вам, во-первых, нужно поставить лайк под это видео, вам нужно подписаться на наш канал, у вас уже 19 тысяч, друзья, это... У нас 19 тысяч, мы идем разбираться. Вам нужно написать в комментарии, как бы назывался первый трек Дениса Дрейка в роли рэпера. Охуеть. Обязательно пишите комментарии и... И почему. Ну и почему, да. Типа, как бы назывался и почему. Итоги мы подведем ровно через 3 недели после выхода этого ролика в телеграм-канале Вовы. И еще обязательно в условиях вам нужно подписаться на наши телеграм-каналы. Подписывайтесь на наши ТГ-каналы, не ебите мозг. Nike Pro. Nike Pro, Шавель, Пикник, Pro, Nike. Локтями танцуем, вот, друзья. Танцуем локтями. Танцуем локтями. Что мы дарим гостям? Итак, наша лучшая рубрика «Единственная неповторимая» — подарки. Так. Для начала традиция нашего шоу. Вот наша фотография с Тони Раутом. Знаешь такого? Знаю. Вот это, ого, с предыдущего выпуска. Вот это с предыдущего выпуска. Спасибо, будет, ребята. У тебя на полке. Так, и мы подумали, как ты же... Кто ты? Ты... Стример. Я стример. Да, ты наверное, стример, не догадываешься, что здесь мы это запускали. Это не видно. Не видно, да. Да, и мы думали, как улучшить твой контент, помимо махания за 500 рублей на камеру. И мы вот тебе сделали такую табличку, что если новички зайдут на твой стрим, у тебя будет надпись «Я не Мазелов». Вот она. Вот. «Я не Мазелов». Специально для фанатов твоих. И «Л» в виде члена. Бля, это замечательно. Это превосходно. Да, вот это очень хорошо. Своими руками делал, друзья. Поэтому, да? Ты сам это сделал? Так, да. А-а-а. Я не купил ее, не подумайте. Поэтому и вот ты, все, теперь я не мазил. Денис, держи. Денис, спасибо, что пришел, это было замечательно. В общем, пока. Да, это было. Пока, блядь. Отлично. Это твое. Я не мазил, я стригер. Ты это поведешь домой, не мы. Подписывайтесь на канал, здесь говорят правду. Я пернул. Короче, ребята, резкий анекдот. Почему в Америке не любят играть в Clash Royale? Потому что там нужно сносить башни. Мы с пацанами тут дарить добро. Да я пришел на чай втроем, я не сыкло. Даю концепцию, Мазелов, новый Меркурий. Я с королем бича, значит нахуй контрацепцию. Мой ник подрезал Дрейк, я гений, как Кодзима. С моих панчей пролагал Мазелов, как Мазила. Строчки Ильи мне переделывать по силам. Я устал напоминать, большая грудь, это красиво. Я делаю набор слов, всех перетер. Стримил на уроках, но я стримил не пятерку. Свожу тебя, пизда-то, нахуй, как стадди. Пацаны ебут друг друга, странная однополярность. Я недавно на тусовке перепутал трансов. Блять, я не боюсь ошибаться. Она меня любила долго, но мне лень считать. Ведь это была очень сильная женщина. Она сойдет под дурачка, будто картишки. Хочешь со мной дружить, но ты мне не братишки. Я ща перечитал всех стримеров легко и с лётом. Так где мои донаты, ёптю? Ха-ха, чё вы стримеры съели, сука?
сосать. Ой! Боже, Денчик в здании, Денчик здесь лучший, нахуй. Запомните, раз и на тысячу лет всех вас ебать. Урод. Вот в конце, блядь, запнулся, но бог.